Участковый пункт номер 7 в территориальном управлении Новоивановская работает уже примерно полгода. За это время число обращений жителей при очном визите заметно возросло. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов с инспекцией посетил участок и лично оценил условия, в которых осуществляется прием граждан. И давно вы здесь уже существовали? Ну вот, наверное, уже минимум полгода. Раньше неизвестно, куда идти, там далеко слишком Немчиновка находится, основной пункт. Сейчас все рядом. Для удобства жителей поселка Новоивановской и наибольшей эффективности работы участок полиции расположен по соседству с ЕРЦ на первом этаже жилого дома по адресу улица Калинина, 14. Это помещение, которое находится рядом с управляющей организацией, рядом с ЕРЦ, что позволит жителям гораздо оперативнее решать свои вопросы. То есть можно запланировать какой-то день, прийти и в управляющую компанию, тут же посетить и ЕРЦ, и тут же посетить своего участкового. Участковый пункт работает круглосуточно, с понедельника по субботу. Прием осуществляется согласно графику. В другие часы дежурный отвечает по телефону, в случае необходимости выезжает на место. Есть мобильный телефон участкового сотрудника полиции, который принимает круглосуточно звонки, ну, в моменты дежурства. А так в рабочее время управляющей организации пункт открыт. И это, как правило, рабочие дни с 9 до 18. Елена Краева, Михаил Лакеев, телекомпания «Одинцова».